похороны. У них было в день 2-3 похороны. Это ужасно. Вот, это то, что произошло, я до сих пор... Там же еще были такие похороны, где... Там же еще были такие похороны по ДНК. Там еще были похороны по ДНК. Там люди, которые вот погибли, некоторые нельзя было даже от дивана отделить. Там был диван сожженный, и на нем была женщина. Никто не знал, что это за женщина. Это ДНК уходило чуть ли не несколько недель понять, кто это за человек. Похороны кусочка отделенного от дивана. Да, да. Там, были расстреляны вот люди, которые вот из концлагеря, кстати, номерами на запястье ставили на колени и расстреливали, расстреливали в затылок, вот как вот Гитлер вот не дострелял, да, вот их хамасовцы достреляли. Представляете, выживший Холокост. Это просто как можно выжить Холокост и быть расстрелянным Холокостом? Ну как вообще? Это ужасно. И я хотела сказать, вот два ребенка, рыжики. Да, они же там, да? Вот вы, наверное, слышали, что же про них. Они там? Да, они там. И мать еще... погибла? Насколько маленькая страна? А мать погибла, нет? Мать. Я не знаю. Вот эти вот ребята, вот эти детки, это ихний папа, родственник моей знакомой, он ее двоюродный брат. То есть вот это вот, я говорю, страна настолько маленькая, это горе затронуло всех, абсолютно всех. Да, ужасно. Ужасно. Абсолютно всех. Нету человека, у которого бы кто-то не погиб в тот день. Кто-то не погиб или еще что-то. Это ужасно. Что произошло. И есть, я не могу другими словами сказать им, есть твари, которые говорят, у вас он еще будет. Еще раз повторится седьмой. Я такого не слышала. Это сейчас или еще с того года, с 23-го? Я в ТикТоке часто вижу. Ну, пошли не нахуй. Вот и сейчас. Я в ТикТоке вот сейчас даже вижу. Пошли не нахуй. Там комментарии, что у вас будет скоро еще повториться. Пошли не нахуй. Типа, угу. В таком духе, вот пожелания. Угу. Вот твари, ебаные. Это они, получается, постоянно подсасывают Гитлера. Ну так напишите, вы гитлеровский подсос. Что я могу сказать? Ну, ебаные твари. Вначале вы уничтожили Гитлера, а потом что вы с этим с мертвым Гитлером делаете? Оставьте его уже в покое. Сосуд у мертвого Гитлера. Представляете, там уже не знаю, что там от него осталось, от червячки. Они нашли этого ебаного Гитлера и начинают делать то же самое. А Гитлер, наверное, потирает ручки наверху. Охуеть, сколько этих, сторонников, да? Нихуя он не уничтожит. Если вы считаете, что этот ебаный флаг над Рейхстагом что-то значит, ничего он не значит. Потому что опять делаете то же самое. Да.